Здравствуйте. Вот пришла еще одна посылка. Посылка не мне, моей сестре, младшей. Вот как вы видите, отправлена она была. А, вы не видите. Отправлена она была 18 октября. Сейчас 9 ноября. Ну, и шла она, грубо говоря, сколько там? 9. Короче, вы там посчитаете. Так, открываем. Без канцелярского ножа, потому что боюсь порезать. Так. Стоит она 3 доллара. Вот такая вот юбка. Да. С такими вот, как это, колготами, как их назвать. Вот с этикеткой какой-то ихней, вон, контейн, все китайскими иероглифами написано. Вот такая вот посылочка, стоила 3 доллара и шла 19 дней, все вроде бы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до свидания.